Привет, это Реборн. У Валеры Гостера вышел новый видосе, называется «Засадил». Давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Так, господи, нажмись. Все. Запись там идет, нет? Идет, я не понимаю. Да все идет. Мы снимаем. Да, да. Хорошо. Всем здрасте, всем привет. Меня зовут Валер, вы меня знаете, наверное. Какой странный ты, Валера. Странная Валера. Сегодня мы будем отдыхать на ферме. Вон она. И мы там будем... Across the valley. Садить коров, там, свиней, садить все. Садить свиней куда? Пирожки выбирать будем. Погнали со мной. А, это зум, блин, а нафиг я его тянул? Ага. А что, у меня одна дырка в носу? Но это проблема, это будет аллергия. Это не дырка, это нос такой просто. Так, на ферму, вперед. А, вот он, пахнет навозом. Кайфую. Темнеет быстро, что-то прям бесит меня здесь. Такая, блин, это японская школьница, блин, на ферме. Первый раз такое вижу. Ладно, не первый. Только встал уже. А что вы вообще куда смотрите? Вот так. Стоп. Глаза мне смотреть на ножки. Мы тебе на глаза смотрим. Они мои пялятся. Нет, пять. Все, погнали. Смотри, что дальше есть. Выглядит явно постарше. О май гад. Так. Здесь огромные коровы. Да не сказал бы, что огромные, блин, размеры. Смея даже не меньше. Не ори на меня. Я с города вообще, типа. А у тебя есть сиськи? Да это есть. Коров сзади. Можно доить, и они будут давать молоко. Я вам покажу. Как давай. Трех? А где я? Телепортировался, блядь. Это типа был сон? Ё-моё, говорящая птица. Проснись, спящая голова. Что-то ты замечтался насчет своей фермы. Ну-ка давай за работу. Здесь есть доска. Это игра, блядь, почувствуй себя витубером на ферме. С заданиями для тебя. И давай поднимай свою ферму шаг за шагом. Подождите, в смысле? Я приехала отдыхать сюда, мистер Петух. Отдыхать? Ты только что хотела корову дать. И работать. Я хочу гладить овцу. Я не хочу тут что делать. Блин, руки такие огромные, как будто мартышка. День первый. Это намек, что я тут больше, чем на день? Так. Да. А, мне тут работать, в смысле, тут задание. Отправься на поля и возьми с собой лопату. Копай. Награда петух. Естественно. Ну и дела. Мы будем именовать тебя петух после того, как ты все сделаешь. Добро пожаловать в ваш дом. Типа, мой дом и задание понаписали. Типа, там копай, петуха возьми. Я приехал отдыхать. Ого, здесь знаете что? Срочные новости. Давайте мотнем. Твоя за***та. Фейс обман. А по ссылке в описании тебя ждут крутые подарки. Торопись. Ой. Я вас обманул. Блядь, его голос реально подходит ей, пипец. Ядрит, колотит, инвентарь какой-то. Все понятно, это лопата. Каша? Uh-huh. Нет, это не каша. По-моему, земля. Приехал, блядь. Бабушки. Ну это какой-то ужас. Я работаю 2 дня без зарплаты. Каменщик, или как там, он не помнил. Двину лопатой. Засаживаем, короче, эту грядку нафиг. Пшеницей, похоже. Вот она. А я ее наелся. О! А, фига посадила. А вы как думали? Типа, ну, так добываются продукты вообще-то. Уже растет. Что, выкапываем? Это сорняки. Они только растут. Ты дура. Блядь, не понял. Что? И что, она будет расти теперь? А, да. А, полить надо. Воя голова умная. Пейте. Растите овощи. Оно не ест. Я выполнил. Оно не ест. Квест. Награда петушок. Мы его гладим и любим. Он вырастет и будет давать нам яйца. Где? И мясо. Справочник. Чикины и чиксы. Они любят пить и есть. Ну, писец. Блин. Он явно не так должен расти. Как их поить-то? Все будет нормально. Смотрите, как зацвело. Но оно просит пить. Здесь капелька. Вы, может, не видите ее, но она есть. Ладно, сейчас покажу. Кто разновитесь, скажете, не капелька, врун. Капелька, видите, не врун. А что я врачу, хер его знает. Но это будет очень вкусно. Блин, ты все убила? Оно подохло все. Как это вообще? Куда это вообще? Я не... Это что? Это просто трава в натуре? Это типа даже не кукуруза? Заткнись, птица, ты меня бесишь, блин. Хорошо, мне дали корзинку. Ура! Все, собирать урожай. Теперь она знает, что такое работа и как зарабатывает, да, блядь, своим трудом. Созрело. Ля, смотрите, зацвело. Ну, смотри, реально. Тут, блядь, хотя бы на одну, это, на один хлеб хватит. Кукуруза зацвела. Какая кукуруза? Зацвела. Полная корзинка. Где все? Что еще от меня надо? Ага, выкопать новую яму.
И так постоянно, типа, копай, сажай, копай. Сейчас какой-то маленький, правда, огородик. Смотри, сколько места, а, блин, огородик один на один. Копай, сажай. Это как будто какая-то тени толкает только от закладчиков и полицейских. Мне семян нет, кстати. Сверху опять показывают, типа, засади, мне нечем, мне все кончилось. Не мне засади. Сука, как охеренно это. Все, семена сюда. Магазин. Я хочу посмотреть на него во время игры, вот, блядь. Такая книга. Мне нужен мешок семян. Почему я работаю, вы просто смотрите. А жрать все вместе будем, да? То есть... Нет, ты будешь сама нормально есть. Вы устроились. Хер вам, а не кукурузка моя. Факи. Нет пальцев, короче. Кто там ноет? Петуха покормить, блядь. Я не кормила петушка. Он уже сдох, наверное. Вперед, вперед, вперед. Все нормально, он жив. Да, он хочет жрать. Он каждый день выпивает такой таз воды. Фига себе, куда ему вылезает? Что-то здесь не густо, честно говоря. Одни вопросы у меня здесь. Прям как с алгеброй. То, что мы вырастили, можно не только есть, но и продавать. Бац, рубль. Бац, рубль. Учитесь делать деньги вот так. Бабки просто полились рекой. Цифры ударили мне в голову. Простите. Я в натуре тупее в этой игре. Пустите газ. А, это не ноздря, слышите, это нос у меня грязный. Да, это нос такой. Просто. Что не сказали? Морковки. А, нет, что? А, еще поле купить надо. Разрастаемся. Большие поля, большие бабки. Делаем бизнес, ребятки. Пойдем покупать к столу. Это стол покупки. Да, я встал на него, потому что тот босс. Я босс, могу стоять. Поэтому могу стоять в столе, да. Купить семена морковки, так. Посадить морковку. Звучит просто. Я в деле. Морковка стоит 6 рублей. Так. А у меня только 2, да? У меня всего 6 рублей. Это все мои бабки. Видите? Дайте денег. Так, надо, короче, вылавливать эту мелочь. Ага. А большие бы не сломать как-то. Так. Так. Сломал. 2 сдохло! Что же я буду есть? Зоя? О, нифига выросла. Ты куда так разбарабанилась? А ну давай уже. Либо я тебя захаваю, либо... Яйца к понедельнику, повторяю. Я заботливая фермерка. Хабать нечего ему, правда, но ладно. Очень заботливая, да? Welcome to Rice Hills, motherfucker. Говна на лопате не хотите. Сам жри. Вот. У тебя еды как раз нет. Бля, раздавил его только. Мерлин, ну ты, конечно, проказник. Это Мерлин. Это козел Мерлин. Или это лошадь. Или это овца. На овечку больше похоже. В общем, я жду, когда он вырастет, чтобы отрезать ему яйца. Где, спрашиваю еще раз. Хорошая склейка. Не написано вообще, что это типа яйца. То есть, а какой смысл от тебя вообще здесь? Иди говно убирай за овцой тогда. Не, ну вы, конечно, хорошо устроились, слышишь, животные. Мне какое вообще... О, яйцо! Извините, все, не бухчи, прощаю. Пойду продам. Новое жду в понедельник. Морковка. Ставьте мне уже ее в задницу. Ты же сказал, не надо тебе засаживать. Так. Вы посмотрите, кто у нас тут вырос. А ну-ка, вырос. Кто там вырос? Парнишку. Внимание, спидран по барану. По стрижке барана. Не бойся, здесь ничего лишнего не отрежу. Походу отрезал. Оно тебе не надо. Прекрасно, я состриг идеально почти все. Тут на время было, если что. Не так-то уж и плохо выглядит. Серьезно, на время подстригать барана, а если реально бы обчикал яйки? Нормально тебя подстригли. Идеально подстриг. И награда – корова. Сколько загон стоит? Я понял. Так у него же там дофига коров было. Это не мое. Слишком дорого и накладно, да? Все. Офигенный ролик получился у Валерки. От души просто поржал. Спасибо ему большое. Надеюсь, вам тоже понравилось. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, если интересуются ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.